Произведем сравнение двух наборов инструментов производства фирмы Корода Тайвань на 118 предметов и на 148 предметов, потому что внешне, если посмотреть, то эти наборы мало чем друг от друга отличаются. Для начала рассмотрим набор инструментов на 118 предметов производства Корода. Куда, как мы видим, входят предметы на головку 1/2. Это трещотка, 18 головок от 10 до 32 размера, 8 головок торкс от 10 до 22 размера, 2 удлинителя, один вороток, кардан шарнирный и две головки свечные на 16 и 21, а также держатель для вставок, то есть переходник с квадрата 1/2 и на 5/16. Так, вот переходник для данных бит. В принципе, данный переходник можно заменить головкой E12 в случае крайней необходимости. Так, также в этот набор входят предметы для квадрата 1/4, то есть трещотка вот располагается рядом с трещоткой на 1/2. Соответственно, 10 головок шестигранных размером от 4 до 13. Два удлинителя на 50 и на 100. Один гибкий удлинитель, кардан шарнирный, вороток. Вот здесь вороток представлен. Отвертка. И держатель вставок для этой отвертки. Вот отвертка. И для нее, соответственно, для этой отвертки держатель вставок. Держатель вставок. Соответственно, здесь представлено следующие биты: 6 бит торкс от 10 до 30, 5 шестигранных бит размером от 3 до 7, плоские биты шлицевые размером от 3 до 7, биты крестовые от размера 0 до 3. И биты крестовые типа позис. 3 штуки размером 1, 2, 3. Вот. Биты же размером 5/16. Всего в количестве представлены 21 штука. Шестигранные биты размером от 4 до 12. То есть всего у нас шестигранники
если взять общее их количество, покрывается размерами от 3 до 12 в данном наборе. Биты шлицевые, плоские, от 4 до 7 размера. То есть они дублируются с битами для головки 1 на 4. Бита крестовая, типа Philips, размером 1, 2, 3, тоже дублируются для квадрата 1/4. А также 8 бит Torx, вот размером от 10 до 50. Для квадрата 1/4 у нас биты Torx размером от 10 до 30. Кроме того, мы видим, что здесь представлены 4 отвертки, 2 длинные и 2 короткие. Молоток, в принципе, иногда нужен, иногда не нужен, но в таких наборах всегда он присутствует. Существуют другие наборы, в которых в данном случае молотки, плоскогубцы, которые здесь также представлены, клещи переставные, отсутствуют, не нужны. И также полный набор, можно сказать, отверток комбинированных ключей размером от 6 до 27. От 6, самый маленький 6 ключик, до 27. Ну, как видно, плотно сидит в наборе, все инструменты плотно сидят в наборе и не выскакивают. Набор высокого качества, произведен из хром-ванадиевой стали. Вот. Все, можно сказать, для починки машины набор прекрасно подходит для современных машин, поскольку здесь существует также и, как было сказано, головки Torx Е. Набор достаточно полный, в отличие от других наборов, более полных здесь, возможно, отсутствует трещотка на 3/8 и, соответственно, головки для нее, а также ручные тиски. Но в наборах Коруда они практически не представлены, поэтому сложно считать это преимуществом или недостатком, потому что найти их в наборах достаточно сложно. Только в одном наборе существуют тиски ручные, но в данных полных наборах они не представлены совершенно. Вот это что касается набора на 118 предметов. Сейчас перейдем, наверное, к рассмотрению набора на 148 предметов.